Bună ziua, Iana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Campania Eu sunt Moldova a ajuns și în unitatea teritorială administrativă Gagauzierii. Suntem acum în satul Avdarman, o localitate cu aproximativ 3800 de locuitori. Majoritatea dintre ei sunt de etnie găgăuză. Aici au loc mai multe competiții internaționale. Vom afla mai multe despre această localitate de la primarul Ivan Kasym, care îi spunem bună ziua și bine ați venit, domnule primar, și vă rog să luați tricolorul, simbolul campaniei Eu sunt Moldova. Mulțumesc! Care este? Bine ați venit! Добро пожаловать! Мы рады вас видеть у нас в населенном пункте села Avdarman. Care este totuși cartea de vizită a satului Avdarman? Vizitnoi cartăcica села является наш музей историко-этнографический, который был сдан в эксплуатацию в 2011 году на храм села. Там собраны все материалы о жизни нашего населения, жителей села Avdarman. У нас также есть лицей, прекрасный лицей, где обучается около 300 лицеистов. Они на протяжении 3 лет на степень бакалавра сдают все экзамены. У нас на сегодняшний день нет ни одного провала. И у нас есть много... Есть у нас еще 3 великолепных корта теннисных по большому теннису. У нас проводились международные турниры по большому теннису. В этом году также намечаются в течение 4 дней с 18 по 21 августа будут проводиться второй международный турнир по большому теннису. Aveți mai multe proiecte realizate deja, dar știu că lucrați în continuare la idei noi. La ce lucrați? У нас в настоящее время есть множество проектов, которые мы намерены реализовать в ближайшее время. Это и строительство канализации в селе, это и реконструкция нашего центрального стадиона в селе Avdarman, это и строительство пешеходных площадок и много-много еще другое. То есть есть планы, мы намерены их в самое ближайшее время их реализовать. Dar în ce constă noțiunea de patriotism pentru oamenii care locuiesc aici la Avdarman? Патриотизмом, я считаю, является то, что у нас делается в селе, строится руками наших односельчан, авдарминцев. Они с удовольствием приезжают к нам в село, остаются уже, переезжают сюда жить с других населенных пунктов. И у нас повышается рождаемость. Я очень благодарен им всем, всем жителям села, потому что то, что делается, делается руками авдарминцев. Eu vă mulțumesc, o să vorbim și cu viceprimarul acestei localități, Igor Buseinov. Ce urări aveți pentru Republica Moldova la cei 25 de ani de independență pe care îi va marca în doar câteva zile? В этот национальный праздник хотелось бы пожелать всем жителям Республики Молдова автономии, мира, процветания, единства и всестороннего положительного развития. O să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră Republica Moldova. Moldova este место, где я родилась, где я выросла, получила образование, где я работаю и где живет моя семья. Mulțumesc mult! Ca și în alte localități și cei de aici de la Avdarman s-au pregătit în cadrul campaniei Eu sunt Moldova. Știu că tu ai pregătit o poezioară, să o ascultăm. Avem o țară de poveste, Фадмику, e lumea ei. Винту Адиес при пересте, арома Сильвика детей. О, Молдовы, цары, мамы, ту, ешь скумпул мел меляк. Симп мерел, он дор макьямы, аж тептым думаем прак. Молдова мя, цары девиси, пэмэнду мел, ту, плак рештин. Фаца дайс при черде скисы, бегум фаца уны крин. Рыу пи, cu apă lină, cod visiculat, gigant, ce voltă caldă și senină, peste corpul tău înalt. Foarte frumos, cred că merită și niște aplauze. A fost Alexandra Ghemișlin, o elevă la liceului din localitate, iar Eduard Dușcov vine cu o piesă în limba găgăuză. Te ascultăm, Eduard. Çocuklar kıyılar, sevin onları. Ne güzel bu can, senin kızların. Çocuklar kıyılar.
și un dans moldovenesc, sărbătorească, așa se numește, va fi dansat de către membrii ansamblului Umut din Avdarma. Să-i urmărim!